зубы, но больно, больно, да. Sei molto bene, grazie. Когда на проект придешь? Никогда. Покажи, пожалуйста, улицу с окна. У меня телефон сидит на зарядке сейчас. Кристина, скажи, Настя до сих пор любит Сэма? Нет, она больше его не любит. Что еще здесь? Смотрите, что мне Настя подарила. Так красиво, так мило смотрится. Приветик всем. А знаешь молдавский язык? Конечно, знаю, я же там родилась. А вы подруги с Настей куда? Обращались к астрологу? Нет, никогда. Такая хорошая, спасибо. Привет, привет, привет всем. Чем занимаешься, Виталий? Пока что ничем. Ой, ну скоро начну. Расскажи про свой уход для волос. Я скажу, как говорит Настя. Я мою шампунем кря-кря и все. Сушу голову и ничего больше не делаю для волос. Я думала, что жить в Италии намного лучше, чем в России. Знаете, как говорят, хорошо там, где нас нету. Вот. А в Италии с кем живешь? С мамой, с сестрой. Кристина, ты строкова, тебе нравится? Нормальная баба, да. На доме 2 вела себя очень достойно. Там редко такие встречаются. Спасибо. Вам никогда вообще-то Наташа сказала, что вам с Настей покажут на ББ и готов. И потом вы придете на проект. Да это все интриги, ребят. Ни я, ни Настя не вернемся на проект. Почему никогда на дом 2? Ну, потому что там не дают тебе построить нормальные отношения. Там интриги только. И там невозможно строить отношения. Покажите хотя бы одну пару. Ну, это, мне кажется, только пынзари. Вместе после того, как ушли с проекта. А все остальные просто разошлись. Как такие белые зубы сделала? Виниры поставила. Я же вам говорила, что я поставлю виниры. Как попасть на Дом 2? Заполняйте анкету и отправьте Наде Ермаковой. Кристина, а ты с Настей участвовала на шоу ББ во вторник? Да, увидите через неделю. А сколько платят там? Это не обсуждается. Правильно говоришь? Нам бы интересно будет во вторник. Очень интересно, очень жаркая тема была. Улетяв ли на момент. Италия. Вам платят там за по. Есть рекламные деньги, да. Сэм не писал Насте, пока была в Москве она. Нет, Сэм писал Насте после того, как она уже была в Молдавии. А вот что писал, я вам не расскажу. Кузин с Артемовой Салибековой живут вместе. Ну да, но о них я ничего не знаю. Мараканоид пользовалась для волос. Это что? Значит, надо посмотреть, раз интересно. Да, посмотреть, потому что будет очень жаркая тема. Как вы думаете, какая тема была? Как думаешь, он хочет ее вернуть? Если вы про Саймона, нет. Я уверена, что он не хочет ее вернуть. А ты же давно ушла с проекта, ну, месяца 3 назад. А пропоз люди модовым плачмут. Вы с Настей красотки, спасибо. Антра де варте фолосеш де кря-кря. Ну, а сте фарвал Настя. Ну, мы фолосеш де шампо нормально.
Înainte mă spălam părul cu Bioscalin din farmacie, îl cumpăram pentru căderea părului, dar acum nu știu care îmi cade la mână. Мне кажется, что если Майя с Лешей уйдет, то они все равно будут. Ой, все вопросы про дом 2. Ужас. Он ее недостоин, думаю. Согласна. Ого, очень были бы красивые пары, а не кто именно? Кто из проекта честный, порядочный, скажу, плиз. Да я не знаю, там кто остался? Захар с Яной, Строкова с Даней. Но Даня уже не с Таней. У Дани, но другая пассия. Вы увидите это через неделю. Никто там не искренний, ребят. Кроме Болинской, она реально любит Кудряшова. Какая погода в твоем городе? Тепло, плюс 18. Ты в Москве сейчас? Нет. Вообще, ну, я там не дала Москва, оказывается, я вам винит Петрезин. Ты знала Славу Потемкина? Печально, что ушел. Знала, но, ребята, он вообще, ну, если человек там не строит отношения, хули ему там сидеть? Пуешон это арчтяк. Смотришь Дом 2? Нет, смотрю только отрывки в Инстаграме. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. Таня не с Даней? Нет. По крайней мере, во вторник у Дани была другая девушка. Кристина, ты красотка. Спасибо. Кристина, видно, что... Видно же по Насте, что она любит Сэма. Ну, вам виднее. Таня и Даня вроде помирились же. Я говорю то, что я видела во вторник. Что Даня сидела с другой бабой рядом. Вот. А если сейчас на сегодняшний день они вместе, я не знаю. А Тунчкан Захар сидит там партия там, Венесама, Дука Кольсен, Пушперлок, Амура, Пьер, уф, да. Чакмак, Манслабарь, напротив, Бузы, меня здесь. Привет, истеричка. У меня сын Драгуна капсуле и Марс. Вечерний эфир сегодня будет классный, драка будет. Вот видите, вам это нравится, драки, ссоры, интриги. Ой, Кристина, чем занимаешься после проекта? Ты супер. Живу своей жизнью, отдыхаю, кайфую от жизни. В смысле, Даня изменил Таню? Не то, что изменил, но он сидел рядом с другой бабой. Там на диване. А Таня ушла в студию. Ну, короче, все увидеть через неделю. Капец, у Дани другая уже жесть. Ты запутала весь. Я же могу говорить, я же не участница Дома 2. Кристина, любимые средства для лица. Не знаю. Чому там плачку мордышку Романа? Ай, факу тут еще виниры, да. Ну что, Сэм писал Насте, скажу. Не скажу. Не скажу. Не могу. Будет во вторник? Да. Эта новенькая пришла к Дане. Я не знаю, кому она пришла, я не знаю, когда она пришла. Я просто видела, что они сидели рядом там на диване. А Строкова взбесилась и ушла со студию. Шикарные зубки. Спасибо. Мандезир, дурак, такой он. Мне не нравится по отношению ко всем. Вот Мандазира я вообще никогда в жизни не видела в реальности на протяжении того времени, как я была на проекте. Я не знаю, какой он за человек. Ты на проекте с кем была? Ни с кем. У тебя цирконы. У тебя цирконы серьги. Чё?
Ai făcut venire în Moldova? Nu, la Moscova. Ia, domnul Vas... Захар дурак, что он потерял тебя. О, боже. У Захара есть Яна. Она очень красивая, достойная. Харизматичная, сексуальная девушка. Кристиночка, скажи, как ты считаешь, Сэм вообще любит Настю? Нет, человек, который любит, он никогда тебя не отпускает. Факт, факт. Сэм не писал тебе после твоего прямого эфира. Духа не хватает ему, чтобы мне писать. Îmi pare bine că tu și Anastasia reprezentați țara demnă. Nastia s Leoșei? Da. Cristina, a șto tatu na ruche abăznăceait ca braslet? Vă praiat, da? Nu, здесь я писала имя своего бывшего, а после того, как мы расстались, я просто сделала этот браслетик, чтобы не был виден его имя. Кристиуш, как настроение? Нормально, только я болею, у меня горло очень сильно болит. Твой парфюм, вы знаете, раньше я любила Монталь, а после того, как я была с Настей в Москве, я просто влюбилась в этот запах. Запах. Том Форд, табак и ваниль. Очень крутой. Ты красивее Яны. Каждая красивая по-своему. Захар, Яни изменил походу после похода на мальчишник. Да нет, во вторник вроде бы они были вместе, все у них хорошо. Леша и Настя красивая пара, согласна. Сделала зубы, да. Леша и Настя вместе, да. Спонят ради Вармелена, и ты день рвался с небуна кум паре ла шоу, да. Экзакт, я шаг куму въедь воин. Телевизор. Выздоравливай. Спасибо. Какие планы Насти Яку? Создать свою линию одежды. Для детей. Настя очень хорошая, добрая. И все у нее будет хорошо. А Сэм еще будет ногти кусать. Как ты познакомилась с Настей Куб? На проекте. Очень красивая. Спасибо. Зубы чем отбеливаешь? Ребят, я не отбеливаю, я просто поставила виниры. Я иду по профессии с модельер. А с Настей Болинской? Что с Настей Болинской? Я шла Италия, да. Может, локти? Может, локти. И локти, и ногти, и ноги, и руки, и все будет кусать. Сегодня не ругались Яна с Захаром. Ну, ребят, вы видите то, что происходит, то, что происходило неделю назад. Вы понимаете, люди уже помирились. Я слышала, что Настя Якуб хочет вернуться на Дом 2. Познакомились как? С кем? Сколько рост? 1,67 м. Покажи когда-нибудь, как ты красишься. Да я мало крашусь. Я только тональным пользуюсь и карандашом для губ. И все. У меня ресницы и татуаж бровей. Я вообще не крашусь. Что мне вам показать, как я тональником пользуюсь? Салют, криче фач. Молодих неск. На че фач ла Италия? Троеск ла Италия? Знаешь, многие не могут понять, как вообще Сэм мог оставить Настю. Это его выбор. Почему вы не говорите, с кем вы были на проекте пары? Я ни с кем не была на проекте
Ни с кем я не создавала пару там. Ну чё, как зубы? Болят очень сильно. Вик, я не знаю, у тебя тоже так болело? Но форма мне нравится. С Настей Борисовой как познакомились? Тоже на проекте с Настей познакомились. Настя сейчас уже не переживает по поводу расставания. Насчет отпусти, люди же могут делать ошибки. Настя не переживает, Настя не любит, Настя не хочет возвращаться. Все, закроем тему про Настю и Сэма. Передавай привет Тане Михеевой. Привет, Тань. В каком сериале снималась Настя? Ой, в каком? Я не знаю. Че фон де тен фолосеш, де ла Лореаль Парис. Ты кем работаешь, Виталий? Никем сейчас, я просто отдыхаю. Я думала, у тебя все свое. Так что у меня не свое? Ресницы и брови? Первую неделю привыкнешь, все будет супер. Надеюсь, очень сильно, потому что не то, что непривычно, просто очень сильно вот здесь болит и вот здесь. А так все нормально. Будьте им задавать вопрос, кому? Ладно, ребят, я веду. Крестюша, у тебя есть молодой человек? У меня? Я не знаю. Ну, я с бывшим. Сколько держится Венера? 7-8 лет. Чего боишься? Крыс боюсь. Кристина, твой тональный. Потом покажу. Поставлю в сторис, хорошо? Кушать первую неделю неудобно и больно. Это правда. У меня тоже все болит, когда я кушаю. У Насти Якуб есть ухажер. Конечно, есть. Какая же ты милая и красивая девушка. Спасибо. Тебя на альбединцев, у тебя прочие графики, где дор. А мой пус Венера. В детском санатории Дребчальби. Ладно, ребятушки, трататушки, я вас оставляю. Я сейчас займусь своими делами.